Настя, прием 1-2-3-3-2-1. Как слышно меня? Отлично слышно, я вот тут. Хорошо, да, слышно. Гостей заселили, вот сейчас Мила их отвезет в шале готовиться. И завтрак мы туда подруги тоже отвезем. Да, прием, Настя. Что у нас сервировка в 11, через 20 минут? Сервировка в 11 начинается, вот, я сейчас как раз бегу в зал, декораторам сказала, что вот через 10 минут они должны сдать столы. Они просто вещи оставили здесь. Кто они? 5 раз спросила. Are you not entertained? Ну, то есть я заложила лишние полчаса, которые ей не нужны, и попала ровно в тайминг. Так, да, всё, нет. Мила, все, мы идем. А сцену хорошо, что убрали мы. А как мы? Как мы так пристреливались? А сама ферма останется. Вы не можете вот так блоками мне просто сделать? Вот кусок, вон, вон и вон. Просто закрывать эти штуки, как бы, потому что фраза «ферма обтянута тканью» всем дала понять, что у вас закрыто. Все, я просто объясняю ситуацию. Так, а вот эти цветы же подзабьются, да, у меня? Да, да, вот сейчас они как раз просто идет, мы их наращивали все. Тут... Потом, когда уже будем фоткаться, уже в моменте, может, дальше ближе будет подходить и как бы нормально. Ну будет. Да. Ой, ты мне звонишь. Да мне все равно, долго или нет, у нас ТЗ прописано, я не собираюсь подстраиваться ни под кого. Пульт. Пульт мы обсуждали вот там под лестницей. Она не подвинута, да, вот сейчас. Вот здесь мы ставим чисто фуршет, да, да, не да. Фуршет, но столы для подарков. Да. Здесь чистая история, все, здесь вообще хорошо. Какой грязи там не должно. Уже. Пультовую мы обсуждали в углу, что мы ставим, а не здесь. Вик, почему пультовую в центре поставили? Мы же обсуждали, что пульт в углу стоит. А когда ты это узнала? Вчера? Нет. Сегодня сейчас. Они сказали? Да. Я ну что знаю. По итогу сейчас какая? Ну, сейчас у нас по итогу две ткани есть, но ширму надо присылать еще. В смысле? Давай планерку проведем. Давай. Где у меня ребята все? У меня сейчас начинается стилист уже. Короче, вот этот въезд, это куда приезжают все гости. Гости заезжают у нас по паролю. На въезде у нас стоит Артур. И с пакетами. Нужно помочь им вот этот путь пройти. Говоришь в рацию ребятам, здесь Саша с Артемом стоит вот здесь на входе. Охрана, вероятнее всего, будет тупить. Сюда приводит Артем или Саша. И вот здесь как раз-таки Мила у меня уже. Смотрите, мы ставим стол для подарков. Вика, почему опять колонка вот там стоит? Они типа поближе поставили? Давай тогда вот здесь стол для подарков. Где Вика? Ну вот одна и вторая, вот так две стоят. И прям за ней пультовая. Ну вот сюда. Остальные то же самое. У меня сейчас фотик бэкстейдж приехал, Вова Чирин. А кто у меня его встречает по ТЗ? Никто. И чтобы привет. Сегодня мне каждый сказал, какой Саша. Какой у вас Саша? Все. Каждый должен, блин, напоен, накормлен. Вода морсы, этот чай, кофе льется рекой. Рекой. Да. Вот прям. На розово видим. Они максимально спрятаны, вот это не торчит вот здесь на углу. Лучше дальше вот так сместить их. Ну можем их две вместе там поставить, но... Я думаю, тебя потом тоже не спрятать. Так, Аня, а касаемо... Вы так стулья решили оставить? Вот сюда и вот прямо проходят. У вас 12:30 готовность регистрации. Ну, чуть-чуть. Эдгар, а чуть-чуть можно еще ее сдвинуть? Мне кажется, что-то не то делать. О, вот да. Все. Ну вот идеально, что они мне говорят, что это невозможно. Все прекрасно. Вот так вот просто идеально. Вот! Идеально! Артем, а что у нас с машинами на входе и на парковке? Вы убрали машины людей? Настя, мы всех прогоним, не переживай, их не будет.
ребят, я уже начинаю заводиться. Где еда пары? В гримерке нет. Дайте мне информацию. Куда делся этот пакет? Я в гримерке. Сейчас я приду в гримерку. Никому страшно не становится? Скажите честно. Если много, хочешь сразу удалиться, сказать, я уже не здесь. Спасибо, подойдут. Смотри, у тебя остался час до сдачи площадки. Надо всех начинать торопить, убирать кофры, убирать все проходы. Потому что сейчас у невесты начинается съемка, она начнет там ходить сейчас. Дальше! Дальше! Предыдущая, кстати, была нормальная. Настя, а что у нас с готовностью столов? 11 часов, начало сервировки. Ваши столы финально готовы к сервировке. Ставим. Где? Время 11:30. Где? Здесь нет скатерти вообще? Здесь нету цветов. У меня сейчас две сервировки. У меня время четко по таймингу. Они зайдут в 1:30 сюда. Можно всех сюда привезти, потому что они сначала в зал придут. Давайте, пожалуйста, ответ по вопросам, которые были подвисшие, по что непонятно, ситуация разрешилась или нет. Спасибо. А ты букет не хочешь забрать? Мне кажется, уже пора, 11:30. А ничего, что мы вот так вот сидим, типа, работаем? Мне нужно, чтобы они сейчас все ускорились на максимум. Хорошо, сейчас. Потому что мы сначала идем в зал. Все, я сейчас подойду. Но в целом норм. Мы делаем вот так, продолжаем? Затягиваем. Да, да, ну божественно. Аня. Настя сказала строго в 11 начать сервировку. Я поэтому не отстану. То есть сейчас она зайдет, и потом не отстанет от меня. Все, спасибо большое, спасибо. Человек в зале, через полчаса сдача площадки, где все люди, официанты, всех сюда. И надо, чтобы церемония, сейчас закончилась. Сделала большую ошибку. Зачем вы так предлагаете вообще? Давай быстрее, вот прям песня заканчивается, 30 секунд и все. У меня провала нет, я исправила этот провал. Она не успела. Она успела. Она сделала. У нее фотик не работал.